Век рыцарей сменила пора гусаров. 16 маленьких героев в алых мундирах сегодня участвовали в ежегодном джентльмен-шоу. Свою выправку, манеры и представление о доблести и чести демонстрировали учащиеся начальных классов. Чтобы попасть в финал, участники прошли несколько этапов конкурса. За их плечами большая подготовка, многочасовые изнурительные репетиции. Ребенок с интересом участвует в этом конкурсе. Была подготовка. В связи с эпидемией гриппа конкурс пришлось перенести с 20 февраля на 5 марта. Подготовка затянулась просто, а так с интересом. Умение участников рассказывать стихи проверили на конкурсе чтецов. Во втором испытании было важно продемонстрировать знание этикета. Напоследок необходимо блеснуть способностями к танцам. Ежегодно режиссер старается превратить конкурс в зрелищное шоу. Конкурс рассчитан на то, чтобы все-таки с малых лет объяснять мальчикам, что есть мужчина и как он должен себя вести в обществе. То есть, начиная с первого поколения, да, начальная часть, это когда мы еще молодые, когда мы еще в школе, уже идет некий контакт с девчонками, и они должны уметь навести вот этот мостик. Организаторы уверяют, что за 15 лет существования конкурса неизменной оставалась только цель – воспитание доблести с юного возраста. Артемий Богачев учится только в первом классе, но свое будущее он уже распланировал. Когда я вырасту, стану джентльменом. Буду помогать, чинить, зарабатывать деньги. За годы сменилось несколько поколений участников. Первые конкурсанты, юные джентльмены начала 2000-х, уже взрослые мужчины. Но рыцари нужны в любое время. Поэтому конкурс был, есть и будет. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.